Давайте, давайте резать. Бери. Помогайте. Ура! Открыли! Право перерезать красную ленту доверили, конечно же, детям и главе города Анатолию Пахомову. Именно ему принадлежит инициатива по созданию новой площадки. Ее открыли возле дома для переселенцев на улице Очишховская. Площадка многофункциональная. Здесь будет интересно детям до 16 лет. И вид шикарный на гору Аибга. Очень довольна, особенно для детей, да, делают многое здесь. Помимо видов красивых, еще и детские площадки открывают. Теперь можно и днем, и вечером, и утром гулять. Сегодня отдаленный от центра города поселок Красная Поляна – центр притяжения сотен людей. Сюда переезжают из других районов курорта и из разных регионов страны. Детей здесь уже больше 2000. Район с каждым годом становится все более комфортным для жизни. Так уже в следующем году здесь построят школу на 400 мест и детский сад на 200. Была Олимпиада, она нам наследство оставила хорошие вещи, в том числе переселила большое количество наших людей из ветхого аварийного фонда, дали возможность очередникам улучшить свои жилищные условия. Ну а дальше надо нам самим за свои деньги улучшать качество жизни, строить детские площадки, строить школы, детские дошкольные учреждения. И мы с этим успешно справляемся. Новая площадка в Красной Поляне стала уже 147-й в Сочи. Здесь, как и на остальных, реализуется проект «Площадка нашего двора». А это значит, что с детьми будут заниматься волонтеры и аниматоры.